внимательно слушаю. Здрасте. Привет. Вы не подскажете, где Анна Седова живет? Анна? Ага. Вон, видишь? Где? Коричневый домик. Ладно, давай прыгай. Я по пути повезу. Давай. Здесь, значит, жить будем. А ты что, из училища сбежал? Ну а что? Хороший домик. Уютно. Где наша не пропадала? Саш. Ну, сбежал, сбежал. Ну, кто меня там искать будет? Кому я нужен? Ну, не переживай. Ну, зато здесь вместе будем. Тебе легче будет. Mm-hmm. Вот увидишь. Горка, 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 горка. Ты моя хорошая. Горка, 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 горка. Ну, что ты делаешь, а? Ну, что ты делаешь? Ну, сен-то не разбрасывай, а? Господи, прости. Слышь, Люд? А что, правда, что ли, Телегин Петьку уволил? Ну да. Говорят, за последнюю неделю ни копейки ему не заплатил. Да штраф, ты... говорит, да, за прогулы. Лишь бы вот на чужом горе нажиться, а. Но... Лишнюю копеечку с рабочего содрать хочет. Господи. Ну сам-то он как сыр в масле катается. Ты видел, какую машину ты Гальке купил? Нет? Не представляешь. А на простых-то людей ему наплевать. Горк. Тихо-тихо-тихо. Городская, посмотри, а. Ну вообще с нами не общается, а. Нос воротит от нас. Гордая. Ничего-ничего. Телегин ее быстро обтешит. Ну, здравствуйте, здравствуйте, труженицы мои. Галинка, привет. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Похорошела. Слышь, Галь. Ой, какая ты красивая, Галь. Как он прислал нам муж-то твой, а? Ну, мало того, что не умеха, с нами не общается. Мы, видите, у нее не ученые совсем. Чего я в городе не сиделся, а? А в городе ее никто на работу не брал, вот сюда и приперлась. А мой Федька дурак взял. А что, что с ней? А убийца она. Да ты что? Своего мужика взяла, да и грохнула. А нас-то не прибьет, а? А вы не злите и не прибьет. Ну, в общем, вы тут за ней приглядываете, я так думаю, она долго не протянет, спечется. Не говори, Галь, у нас здесь не рай. Ладно, Галь, спасибо, что сказала. Да работайте, работайте, девочки. Спасибо, девочки, давай. Спасибо, Галь. Ты чего в такую рань поднялся? Я думала, ты спишь еще. Доброе утро. Доброе. А я вот нам рыбки на ужин наловил. Подожди меня. Зачем? А я вчера с Телегиным договорился, он мне сегодня работу даст. Как уже? Ну а что тянуть-то? Я же сказал вместе. И значит вместе. Ну пойдем. Идем. Мам, я все. Сено раздал. Ага. Ну куда? Куда ты таскаешь? Я же здесь. Сейчас, Саш, еще чуть-чуть и домой хорошо. Пойдем. Здрасте. Добрый вечер. Ну, надорвались вы тут на крестьянской работе? Анна, время-то уже позднее. Ничего. Это мы практику нарабатываем, чтоб потом могли со всеми делами самостоятельно справляться. Ну-ну. Смотрю, помощник здесь. Как бабы-то? Не заели?
Нет, все в порядке. А мне кажется, что не все. Чужаков у нас не любят, Анна. Я тут недавно двоих уволил из-за пьянки. Так они теперь считают, что вы их место заняли. Я ничего такого не слышала. Да, люблю я упорных. Ну что, упорные, есть у меня для вас работенка. Надо на элеваторе зерно перелопатить. Время у вас между утренней и вечерней дойкой есть. Возьмете? А деньги те же? Договоримся. Мы согласны. Ну что ж, тогда завтра жду на элеваторе. А мне нравится. Отличное место для гольф-клуба. И поле ровное, и с городом рядом. Тогда берем? Ну, прям так сразу. Побежали и взяли. Знаете, я просто в районе всех знаю. Мы выведем землю из сельхозоборота. Все будет хорошо. Ох, Веня, а вы ловкач. Конечно, берем. Ну, отлично, договорились. Дайте мне 2 недели для оформления документов. Ну и комиссионные чуть подрастут. Понятно. Вашу чуть мы обсудим. Родные мои. Здорово! Здравствуйте, Федор Иванович. Ну, все нормально? Да нормально, снился бы тебе еще. Ничего, покинуть. Если что, подбросим, скажи. Хорошо. Привет, Ивана, привет. О, Карабас, свои владения. Васильевна, ну-ка подожди. Ну что? Я что-то не понял. А почему Алексей сегодня твой на поле не вышел? А? Да болеет, он болеет. Болеет? А вчера вроде здоровый был, нет? Ну, спину он сорвал. Ну, у тебя здесь спину сорвал вчера на работе, ну. К врачу ходил? Ну, не дошел. Сможет, дойдет. Да? А я так думал, что не спина это никакая. Небось, перебрал? После вчерашнего. Я слышал, как у вас всю ночь песни орали. А что, ночь? Ночь, между прочим, свободное время. Кто как хочет, так и проводит. И, между прочим, еще не было такого указа, чтобы дома по струнке ходить. У нас чай не тюрьма. Не тюрьма, а справочку от врача принесет. Ой, чтобы Анна. Ты провалился. А? Анна, я это... Здрасте. В соседней деревне корову прикупил. Привезти бы надо. А как же я ее? А, да нет. Я на тракторе поеду. А. Мне поможете? Конечно, сейчас доделаю. Нет, сейчас ехать надо, чтобы засветло успеть. Бабу ваших коров подоит. Я тогда в тракторе жду. Хорошо. Нет, ты видела, с ней на «вы». На городскую потянула. А что мне нашел? Чё? Тюремная романтика. Ну и какой порядочный клиент ко мне по такой дороге приедет? Нормально. Нет, ты мне скажи, мне что, каждый день вертолет вызывать для этого, нет? Да что, все нормально, разберемся, а это... Нормально, я вижу все как нормально. Здрасте. Ну, чего? Поможете? Чего, застрял, что ли? Да, дерните. Только у меня троса нету. Найдем. Дмитрий, все нормально будет. И долго эта мозоль будет резину тянуть? Да не, он быстро. Он на той неделе КамАЗ вытащил. Че, блатная, что ли? Колись, где челялась.
Любопытная дамочка попалась из наших, из сидельцев. Слушай, спасибо, что клиент успокоили эту нервную какую-то. Что, действительно сидели? А, личное дело. Нет, это личное дело, конечно. Просто так чисто любопытно. Смотрю, с людьми общаешься. Слушай, а не хочешь риэлтором у меня поработать? У вас есть все данные, думаю, что получится. Знаете, я здесь хорошо устроилась. Спасибо. Да, у меня будет лучше. Подумать, место не для вас. Короче, ладно, вот, возьми. Если передумаешь, найдешь. Не понял, что он хотел-то? Да на работу звал. Ну, разбежался. У меня знаете, сколько для вас работы? Делай, не переделай. Нет, если ты лентяй и не хочешь работать, зачем я тебе буду платить? Я же из своего кармана плачу. Или я не прав, Анна Андреевна? Нет, ну почему же, вы правы. А так ведь наш мужик, еще он со времен социализма, привык не работать, а только время отрабатывать. Что? Ну, и сейчас они не на себя работают. Им без разницы, как это называется, совхоз или... Фермер Телегин. Ну, не скажите, не скажите. Раньше, по крайней мере, не было конкретного человека, на которого можно было всех собак спустить. А теперь, пожалуйста, я есть у них. Да, но никто не спрашивал строго. А, вон вы о чем. Правильно? А я не буду терпеть у себя разгильдяйство. Я лучше вот возьму вот таких людей, как вы. Обучу их. Жилплощадь дам. Я не знаю, какая у вас конкретная цель, но вижу, что есть. И мне такие люди очень симпатичны и нужны. Поменьше бы таких, как я. А я говорю побольше. Ведь обычно как сейчас люди? Никакой цели у них конкретной-то нет. Как говорится, сходил на каторгу и свободен. А вы, Федор, как-то заинтересовали бы людей, чтобы им очень хотелось на результат работать. Не понял, это вы о чем? Ну, смотрите, вы разработали четкую систему наказаний, штрафов и никаких поощрений, никаких премий за хорошую работу. У вас же нет этого, правильно? Послушайте, Анна Андреевна, давайте только договоримся так. Не надо меня учить, хорошо? Мы и сами с усами. А со своими односельчанами я уж как-нибудь сам разберусь. Ладно? Извините. Вот так. Правда, извините, это не мое дело. Анна Андреевна, извините, что я вам нахамил, но по поводу премии этих. Просто так легко, сам не догадался. Да ничего. Это еще раз спасибо за совет. Анна, я смотрю, вы снова последняя? Ну, не успеваю я совсем. Наказывать будете? Домой? Да. Ну, пойдемте, по пути вроде. Пойдемте. Ну что, не очень устали? Да как вам сказать? Драться полез.
Я его толкнула, он пьяный был, упал. И умер. Да ладно, бог с ним. Одно жалко ваших загубленных лет. Хотя мне нравится, есть у вас мечта, цель. Не как у других, побольше бы таких. Ну, по-моему, я об этом уже говорил. Говорили. Ну вот, мы пришли. Может, я это напрошусь в гости? Мам! Ну что ты, поздно уже, где ходишь-то? До свидания. До свидания. Федор Иванович! Да. Послушайте, ну, не надо больше маму провожать. Не понял, а в чем дело? У вас же есть своя жена, вот вы ее и провожаете, встречаете. Ну, в общем, что хотите. А маму в покое оставьте. Послушай, послушай, парень, ты это, сбавь оборот, ладно? Мне твоя мама очень нравится. Так она много кому нравится. Только вы сначала разведитесь, а потом уже клинья подбивайте. Я понятно говорю? Да уж куда понятней. Ну вот и отлично. Ой, пенсию получила, давайте в теле. Угу. Оля, мне буханку хлеба и... Илья Андреевич, вам плохо? Сердце, да? Я сейчас скорую вызову. Ой, помогите кто-нибудь. Стул принесите быстрее. Тихо. Руку. Алло, скорая? Деревня Корякина, 15. Сердце. Да, ждем. Вот. Под язык. Не волнуйтесь. Надо же, а? Я врач. Вот так. Поднимите голову. Вот так. Разойдитесь, пожалуйста, ему воздух нужен. Все наладится. Как случилось-то? Успокойтесь. Сейчас отпустит до скорой, полегчает. Выдышите. Вот так. Легче, я вижу уже, да? Ты все с зечкой со своей носишься. А она такая неблагодарная. Чем она тебе опять-то не угодила? Чем, спрашиваешь? А ты знал, что она врачиха? Да. А тебе не сказала. Какое ей дело до нас, до деревенских? Мы хоть тут все помрем, ей все равно. Загибаемся, в район ездим, а она... Да ты, что ли, загибаешься? Ну, я-то, к примеру, здоровая, фу, меня ничего не берет, а другие? Интересно, с каких ты пор стала других заботиться? А что скажешь, я не права? Стерва, мы для нее грязь под ногами. Хватит, Галя! А что это ты на меня орешь? Я, что ли, врачиха и скрываю, а? Чего это мое сердце, не зря она на зоне сидела, не только за своего мужика. Что за твой рот? Чтобы я про Анну больше худого слова не слышал. Поняла? Наплачешься ты с ней еще. Попомни мое слово, пожалеешь, что на груди пригрел. Знаешь, да я об одном жалею. Что когда-то на тебе под дурости женился. Ну чё, приворожила моего мужика и рада? Вы о чём? Ой, только не строй себя невинную. Видели мы, как ты глазками хлопаешь. Ничего не знаю, ни в чем не виноватая я. Тогда уж объяснитесь. Тебе сейчас и объясню. Федьку моего захотела увезти. Думаешь, я тебе его просто так и отдам? Я тебя сейчас отучу, как зарится на чужое.
Забыла, откуда я? Уходите. Ты еще пожалеешь. Зин, слышали? Городская-то Галку нашу ни за что не просто избила. Так слышали, ну, тут и дело, что слышали. Она нас всех покалечит. Устанавливаю здесь свои зоновские порядки. Баба, я говорила, в тихом омуте черти водятся. Слышала? Конечно, слышала. Ну вот. Вера, тебе пенсию принесла? Конечно, принесла. Да сейчас не об этом. Вы же все знаете, какая она есть. Напишем на нее письмо, я в милицию отвезу. А че мы-то? Мы-то че? Ну сейчас испугались-то, вы же не одни. У меня вон сколько уже набралось-то. Если мы сейчас ее не остановим, нам всем кранты. Ой. Все, побежала. Давай. Писать-то будем? Ну что, пошли, пошли. Видишь? А? Синяки. Сама себе сделала. Для верности. Ты, гадине, не посчастливится. Слышь, Петр, бабы-то где все? Чего никто не работает? Да они молочки сидят. Молодки. Она ненавидит людей и всегда пользуется случаем унизить их и избить. Она специально натравливает хозяина фермы, фермера Телегина, на его работников из своих корыстных целей. Это что такое? Так это Галька велела нам написать, а мы ее слушаем. Так как она говорит, мы так и делаем, а что? Галька? Ну. Где Галька? Так она в милицию поехала, Федор Иванович. Ну ладно. Федор Иванович, мы еще ничего не успели подписать. Попали мы. Да дуры. Ладно, что мы? Мы люди подневольные. А вот Гальке я чую влетит. Мам, твоя дома? Нет, я. Что-то надо? Вам это, вам бы уехать отсюда. Понимаешь, тут, в общем, бабы против твоей мамы задумали недоброе. У Анны судимость, так что в милиции долго разбираться не будут. Ну, хорошо, я передам. Ах да, это ее зарплата. Ну что ж, как говорится, прощайте. Хотя, кто знает, может, еще и даст Бог, свидимся. Мам, что делать будем? Собирай вещи. Уезжаем. Не знаю. Жить негде, работы нет. Саша, а может, я в риэлторы пойду? Меня же звали. Это я во всем виноват. Телегин разозлил. Да вообще я во всем виноват, что с нами случилось. Мы хоть с тобой никогда об этом не говорили? Прости меня. Саш, сынок. Я сделала то, что сделала бы на моем месте любая мать. Ты не должен себя винить. Я тебя тоже ни в чем не виню.
И давай договоримся. Никогда больше об этом вспоминать не будем. Что было, то сплыло. Да? Я тебя очень сильно люблю. Да? Все? Да. Здравствуйте. О, какие люди, здравствуйте. Какими судьбами? Я по делу к вам, Вениамин Алексеевич. Говори. Уехала из колхоза, в городе живу, работаю еще. Про вас вспомнила. Вот. Слушайте, это хорошо, что вспомнили. Я тоже вас думал. Присаживайтесь. Обсудим условия работы. Давайте. А? Аккуратно. Саша. Не бойся, я вижу. Я ж не вижу. Не бойся. Так, сюда. Так, так, так. Что ты? Открываю. Ага. Ну? И что? Нравится? Фух, а ты зачем меня привела сюда? Хочешь, чтобы в нашей семье еще один риэлтор вырос? Нет, риэлтора нам достаточно одного в семье. Ты честно скажи, нравится тебе? Так, ну, сейчас посмотрю. Ну, как сказать? Нормальная квартира. А что? Тепло, уютно. Хорошо, значит, берем. В каком смысле? Я собираюсь купить эту квартиру для нас. Эту квартиру? Угу. Мам, ты что, серьезно, что ли? Да ты представляешь, сколько это денег, где их взять-то? Мне Полубоярд дает беспроцентную суду, потому что я лучший специалист. Мам! Мам! Мам, так это... Мам! Ай! Мам! Мама! Саша! Так. Поздравляю тебя с поступлением в техникум. С нашей очередной маленькой победой. Спасибо, мам. Ты знаешь, мне кажется, я старею и становлюсь сентиментальным. У нас все с тобой так хорошо складывается. Ну, пробуй давай. Сентиментальный ты мой пенсионер. Мам, я хочу тебе кое-что сказать. Мне кажется, я не разучилась пироги печь. Что? Ты знаешь, я когда в детдоме был, там со мной была одна очень хорошая девочка. Ее Анжелика зовут. И я очень хочу ее найти. Только тут дело в том, что ее перевели из детдома, и я теперь не знаю, где она. А я бы так хотел, чтобы мы здесь втроем сидели. Ели твой яблочный пирог, болтали, смеялись. Ты, я и Анжелика. Оп. Кого я вижу? Старая знакомая из Корягина. Здравствуйте, да, это я. И все-таки пройдоха Полубояров уболтал вас. Кстати, он у себя? А нет, его нет на месте. Я могу быть вам чем-то полезным? Конечно. У меня строится гольф-клуб. А землю под парковку не утвердили. Поэтому мне бы оттяпать кусочек от соседнего поля. 2 гектара. Не больше. Мне много не надо.
Извините, но пахотную землю под парковку вам никто не даст. Потому я и пришел к полубояру. Боюсь, он тоже не в силах вам помочь. В силах, в силах. Это же он мне устроил землю под гольф-клуб. Пусть потрудится, а я ему заплачу. Но это будет незаконная сделка. А какое твое или мое дело, законная она или нет? Тебе платят. А ты делаешь. Ты вообще слышишь, что тебе я говорю? Я еще расскажу полубояру, кого он к себе в помощники набрал. Маклера или пионервожатую. Нотации читать, законно или незаконно. Чаете? Неправильно входить в курс дела. Ко мне должен был человек за этим. Он уже приходил. Как давно вы занимаетесь взяточными и подставными сделками, Вениамин Алексеевич? А ты читать умеешь? Там на каждой страничке дата. Вы понимаете, что нарушаете закон? Да. А кто не нарушает? Ой, кто бы говорил о нарушении закона? Посмотри. Я отказываюсь у вас работать. Ты посмотри, посмотри. Я не имею отношения к этой сделке. Да? Ой, а подпись чья? Моя. Но это не я ее ставила, это подделка. Это ты прокурору расскажешь. Подпись твоя, значит, сделка тоже твоя. Послушай, я устроил тебя на работу. Дал оклад. Суду. Нехилый процент. Надо отрабатывать. Надо. Вы не сможете меня этой липовой бумажкой шантажировать. Я увольняюсь. Увольняйтесь. А суду когда дадите? Сегодня вечером? Или завтра? Знаешь, эта бумажка пока у меня полежит, и судя по ней, ты такая же мошенница, как и я. Попробуй докажи обратно. Я понимаю, зачем я вам была нужна со своей судимостью. Да ладно. Поняла? Молодец. Слушай, что ты дергаешься? Ты хочешь поторговаться? Не вопрос. Давай поторгуемся. Сколько? Дура. Не дают кредит. Всюду мне тычет судимостью моей и знакомством с полубояровым. Зачем только работа к нему пошла, дура наивная. Да выкрутимся как-нибудь. Ну, я на работу пойду. А где наша не пропадала? Будем продавать квартиру. Мам, как продавать? Должен же быть какой-то другой выход. Но мы же ее только что отремонтировали. Я не вижу никакого другого выхода. Либо в этой квартире, но на поводке у полубоярова, либо... Либо бездомная, но честная. Именно так.
Ну, хорошо. Давай продавать квартиру. Дорогие. Здравствуйте, Федор Иванович. Проходи. Ой, который раз мы с тобой упаковываемся? Да не говори. Как цыгане. Но у них хоть кибитка своя есть. Ну ничего, и на нашем болоте зацветет багульник. Здрасте. Здравствуйте, Федор. А как вы нас нашли? Анна, я знаю, что у вас проблемы. Поговорить надо. Я могу войти? Конечно. Угу. Спасибо. Проходите. Вот, пожалуйста. Спасибо, Федор. Я обязательно верну вам эти деньги. Да я не сомневаюсь. Уже знаю вас как облупленную. Но в работе расшибетесь, а деньги вернете. Правда, я сейчас без работы. Ничего. Я не банк. Подожду. А я с Галиной развелся. Даже не буду спрашивать, почему. И правильно сделаете. Анна, я хотел бы вас попросить быть хозяйкой в моем доме. Моей женой, то есть. Федор. Подождите, Анна, подождите. Вы поймите, вот мы вместе, вот вы со своим умом, со своей хваткой, со своей целеустремленностью, а я со своими руками, со своими деньгами, со своей силой, да мы с вами можем такое хозяйство поднять вместе. Анна, вы же прирожденный предприниматель, фермер. Да поверьте, я много кого и чего видел на этом свете, но ну, такой идеальной жены, как вы, мне не найти. Остановитесь. Подождите, подождите, Аня, не перебивайте. Вы поймите, вы же тогда не будете ни в чем нуждаться. Да вы будете за мной, как за каменной стеной. Да я все что угодно сделаю ради вас. Я же... Федор, я вас прошу, остановитесь. Вы сильный, хороший, мужественный, но я замуж не собираюсь. Если бы собиралась, то, конечно, идеальный вас мне тоже не найти. То есть вы боитесь себя связывать с кем-то? Нет, я не боюсь, я просто не хочу. Я вас уважаю. Я вас очень ценю. Ну да. Но я не люблю вас, Федор. Ладно.
А что это он? Замуж меня позвал, а я отказала. Да с деньгами неудобно, ужас. В расчете. Нет, 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 нет. Нехорошо обманывать. Что вы еще придумали? Я ничего не придумал. Вот расписка долговая, в которой указана сумма гораздо больше той, которую вы якобы собираетесь мне вернуть. Это липа, подделка. Я точно знаю, сколько стоит квартира, подобная моей. Ну, вы могли купить что-то еще. Я же не контролировал, доверял. Что вам от меня надо? Возвращайся, и будем дружить. Ну и что? Я еще такую нарисую. Мразь. Извините, вы не подскажете, дом 52, строение 3? Да, да, все верно. Вот спасибо. Сюда. Настя! Ну, здравствуй. Здравствуйте. Ой, Анька, Анька. Моя хорошая. Ну, еще раз дайте мне в него. Ой. Раздевайся. Как на свободе-то дышится? Да как на свободе-то дышится? Не задохнуться бы. Да? Слушай, ты одна дома? Да, сын на учебе. Дай обниму еще раз. Да, я тебя тоже обниму. Моя хорошая, как рада тебя видеть. А я тебя как рада видеть. Слушай, ну хорошо устроилась. Ну, я в тебе не сомневалась. Как я рада, что ты вышла оттуда наконец. Я-то как рада. Ну, давай, показывай. Пойдем. Вот, давай сюда. Ага. А эту, помнишь, Маринку-то, Королеву, у которую воровал вечно со склада? Да. Выпустили ее, выпустили досрочно. А Надьку Щербакову, которая дралась-то вечно? Ну, Надька такая высокая. Ну, высокая Надька Щербакова. Вот пришла новенькая, они подрались, ее в карцер закрыли. Ну, а чего так ей надо? Она же вечно дралась. Вот, привет я тебе передала, да? Да, да, от начальницы. Да, 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 огромный привет тебе передавала. Хочешь, я тебе чаю еще подолью? Не, не хочу больше, спасибо. Слушай, ну пойду я, наверное, чего же засиделась? Ну... Спасибо за все, пойду. Может, ты все-таки останешься? Да нет, чего? Хоть поживешь первое время, а? Ну... Спасибо. Ну ты не забывай меня, пожалуйста. Я тебя не забуду. Я тебе еще надоем. Пока. Давай. Извини, если что не так. Я тебя очень рада видеть. Пока. И вы их найдете? Конечно, найдем. Что ж, да и тут не нашли. Давайте запишем ваши показания. Я уж 100 раз вашему оперу показания давал. Ну, еще раз, пожалуйста. Я вышла из подъезда. А, Настя. Привет. Привет, Аня.
Здравствуйте, Анна Андреевна. Здрасте. Меня вы, конечно, помните. Конечно. Я надеюсь, это не он тебя посадил. Нет. Вы знакомы? Да, Аня моя подруга. Вот я как раз с Атани выходила. Ну, вы разговаривайте, я вам мешать не хочу. Я апельсины оставлю на столе, я попозже зайду. Мы недолго. Анна Андреевна, подождите. Имя мое запомнили. Ну, как-то врезалось. Дело у вас было непростое. Ну, что ж там сложно? Я уже потом узнал, что вас по 105-й осудили, но предполагал, что это будет расценено как несчастный случай. Послушайте, я свое честно отбыла. Что вам еще от меня нужно? Ничего. Тогда до свидания. Погодите! Давайте руку. Спасибо. Ну, как вы устроились? Хорошо. Я бы даже сказала, замечательно. Правда? Нет, неправда. А вам какое дело? Вы правы, я посторонний. Но мне не безразлично, что расследование вашего дела было несправедливым и непрофессиональным. Все произошло так, как должно было произойти. Знаете, вы прекрасная мать. До свидания, Иван Сергеевич. Анна Андреевна, я вас чем-то обидел? Сильно пил? Ну, в последнее время. Ну, неприятности на работе, депрессия. Вы это тоже пишите. Это я ударила Алексея. Сын был в это время на улице. Я написала признание, на суде буду его подтверждать. Да, дело Седовой передай Кузнецову. Как Кузнецов? Товарищ полковник, он же не будет вникать. Да во что там вникать? Бытовуха по пьяни. Тесто останется, можно вареньки сделать. Угу. Ой, сейчас чихну. Ой. Ой. А хочешь, будем вместе работу искать? Давай. Давай? Да. Будем поддерживать друг друга. Я с тобой хоть на край света. Я открою? Не, давай сама. Ты лепи. Поговорим. Родная,
Я сделаю так, что ты на коленях ко мне приползешь. Обещаю. В чем дело, Жень? А вы кто? Капитан милиции Хлебников. О! Фиш, за тобой пришли уже. Вы знаете, это моя бывшая сотрудница. Когда я узнал о ее махинациях, я сразу ее уволил. Но теперь она меня шантажирует и угрожает мне. Документы ваши. Вы знаете, вы лучше ее допросите. Она один раз сидела, походу понравилась, да? Тихо, тихо, тихо. Аккуратнее. Я жизнь могу испортить. Кто это был? Это Полубояров, мой бывший работодатель. Отказался у него работать, так получилось, что много знаю. Пришел меня опять уговаривать, напоролся на отказ. Не верите? Да нет, я верю вам. Почему? Она этого работодателя мы наем брал. До свидания. А Хлебников создает впечатление честного мента. Ну, мне так кажется. Из дела Вениамина Полубоярова. Полубояров Вениамин Алексеевич, 63-го года рождения, на рынке недвижимости с начала 2000-го года. В 2004 году на него было заведено уголовное дело за незаконную продажу земли, предназначенную под детский сад и проданную под коттедж. Дело находится на доследовании. Имеются свидетели обвинения. Здрасте. Здрасте. А я думал, мое дело уже закрыто. Я же была на опознании. Да по вашему делу все в порядке. Я по другому вопросу. Анна Андреевна дома? Кто там? А это следователь. Наш. Теперь уже общий. Проходите. Здравствуйте, Иван Сергеевич. Здрасте. Я к вам. Ко мне? Ну, проходите в комнату. Не буду вам мешать. Анна Андреевна, нам нужен свидетель, чтобы посадить Полубоярова за мошенничество. Вам нужна я? Да. Нет. Анна Андреевна, вы погодите так быстро отказываться. Ведь Полубояров, он на самом деле преступник. И он должен быть наказан. Я ваш козырь. Обвинение будет строиться на мне. Вы, конечно же, выиграете дело. Но каково мне? Вы подумали обо мне? Мы давно занимаемся этим делом. И собрано большое количество материалов. Я сейчас могу вам показать. Я не хочу принимать в этом участие. Анна Андреевна, ну чего вы боитесь, а? Ну никто не собирается вас подставлять. Я не хочу вам навредить. Я не могу вам навредить. Ну, есть огромное количество свидетелей других, но именно ваше дело... Слушайте, вы, служака, карьерист, как вы себе это представляете? Вы вообще обо мне не подумали, не пожалели меня ни капельки. Прихожу в суд, на меня смотрят люди, на врачиху-убийцу, который против этого мошенника, своего сообщника. До завтра подумайте. Вот моя визитка. До свидания.
Ну что, капитан заставил девушку задуматься? Да ну тебя, Настя, твои... Я же вижу, что он зацепил твое сердце. Ну я же вижу, что он тебе нравится. А что, он хороший мужик? Ну и что, что мент? Зато мужик дельный. Настя, не собираюсь с ним любовь крутить. Ой, замуж за него выйдешь. Тем более замуж. Нашлась тут феминистка. О мужиках надо думать. Да он порядочный мужик. Я такую породу насквозь вижу. Настя, прекрати меня сватать. Что я такого сказала-то? Ну и что, что сидела? Все, теперь не женщина, не нужна никому. Настя, не лезь, пожалуйста, в мою личную жизнь. Ну да. Неотесанная сельчонка дает совет умный городской. Но если такая умная, что ж ты сидишь без работы в четырех стенах? Подняла бы зад, да пошла работу искать. В больницу бы к себе вернулась. Настя, ну прости меня, я не это имела в виду. Да я не обижаюсь, просто обидно. Сидит красивая, умная баба, которая крест на себя поставила и ничего делать не хочет. Ну начни ты хотя бы с чего-нибудь менять свою жизнь. Иван Сергеевич, что мне нужно сделать? Руки за голову! С ней! Что? Гражданин Плодбояров, ознакомься, это ордер на ваш арест. Ну, родной, ты понял, что ты не желез, да? У вас есть право хранить молчание, советую им воспользоваться. Уводите его, ребят. Анна Андреевна, здравствуйте, это Хлебников. Надеюсь, что обрадую вас. Только что мы задержали Полубоярова. Так что обещаю вам, на воле он больше не появится. Анна Андреевна, я предлагаю отпраздновать эту победу, что ли. И приглашаю вас в ресторан. Сегодня. Да. Ты без своей работы. Все-таки Настя права. Вы. Извини, пожалуйста. Да я пробовала, как на их лица посмотрела. Больше не хочу. Ну, это же такая ерунда. Вы умная. Сильная. И очень красивая. Салфетка. А хотите, я вам... Давай на ты. Давайте. Хочешь, я тебе устрою моральную поддержку? Приду вместе с тобой, они испугаются и переаттестуют тебя. Хочу.
Мне так легко с тобой. Правда, хорошо. Мам, мне сегодня стипендию дали, и я тебе кое-что купил. Мам, ты где? А, мам, а я тебе подарок принес. Привет. А я вот с провожатым. А. Понятно. Я пойду. Хорошо. Пока. Дела в техникуме. Саш, ну что случилось? Чего ему здесь надо? Ну, мы вместе праздновали победу над Полбояровым. Он мне не нравится. Саш, не ревну. А при чем здесь это? Сынок, Ваня, Иван Сергеевич, он не уверен, он ничего плохого нам не сделает. А на звание моего самого-самого важного, самого главного моего помощника, защитника никто-никто не претендует. Мама, он мент, а они все одинаковые. В таком настроении лучше не разговаривать. Даже не старайся. Алло. Как приехал за мной? Да не надо, я могла бы сама приехать. Ты что? Сейчас спущусь. Сашуль, я пойду прогуляюсь. Обед оставила. Ты все дуешься на меня? Ну, сынок, ну, хватит уже. Это мои родители. Они в другом городе живут сейчас. Это мой дед. Я его, правда, никогда не видел. Ну, это я на работе, там с коллегами. Это я в детском саду. Да, кстати. Сейчас я тебе покажу такую вещь, умрешь со смеху. Главное,
не задохнуться от пыли. Так. Вот он, иди сюда. Ух ты. О, мои сокровища. Вот эту корону мне нужно было одеть на выпускном, когда мне дали роль принца. Но я ее одевать не хотел. Вот сейчас одену. Мне для тебя есть сюрприз. Ты садись. Садись сюда. Устраивайся поудобнее. Вот. Так. Одевай корону. Слушайте, очень идет. Вот. Так. Тут только для тебя. Давай выпьем, а? Где живет твоя любовь? Может быть, в моих словах? Как сказать мне про нее? Не обидев, не солгав. Может быть, твоя печаль мне расскажет о тебе. В строгих складках нежных губ прячется ее секрет. Спасибо. Это самый романтический вечер из всех, которые у меня когда-либо были. Кофе будешь? Буду. Пальцем. Вань, ну тихо, Саша слышит. Не кажется ли, Сашка меня старательно избегает? Да нет, ну просто между нами так стремительно все произошло, и он пока не может с этой мыслью свыкнуться. Что у тебя может быть личная жизнь? Он обязательно привыкнет. Ему время просто нужно. Получше тебя узнает. Не может мне простить, что не довел твое дело до конца.
Вань. Ну, так обстоятельства сложились. Что было, то прошло, никто не виноват. А хочешь, я вас сейчас познакомлю еще раз? Прямо сейчас. Давай. Мы его разбудим. Саша! Саша! Саш, сынок! А его нет. Гуляет где-нибудь с девчонкой. Да с какой девчонкой? У него девчонки даже нет. Ну, так он тебе и скажет. Он ушел. Взрослый парень, а? Нет, ты не понимаешь, он совсем ушел. Это бойкот нашим с тобой отношениям. Ань, погоди, ты что говоришь? Куда ты хочешь звонить? Его приятелям. Алло, Вася. Здравствуй, это мама Саши Седова. Скажи, он у тебя? А не знаешь, у кого? Извини за беспокойство, извини, что разбудила. Ань, утром вернется, как ни в чем не было. Ты не понимаешь, не знаешь его, он не вернется. Давай дождемся утра. Вань, уходи. Я не уйду, пока ты в таком состоянии, Ань. Уходи совсем. Что? Ну, не заставляй меня объясняться. Это мучительно. Я уже потеряла сына однажды надолго. Больше не хочу. Мне правда очень хорошо с тобой. Он сам себя не принимает. То не выйдет ничего. А сын – это моя семья. Ань, с этим никто не спорит. Ну, почему я должен уходить? Я тебя люблю, я хочу быть с тобой. Уходи. Ну, пожалуйста. Мне Саша сюда. А его здесь нет. Иди подальше. Саш, выйди. Возвращайся домой, Саш. Мать волнуется. Чего ты добиваешься? Я? Я хочу, чтобы тебя не было в нашей жизни. Ты что, не понимаешь? Ты приносишь одни несчастья матери. Ты предал ее тогда, ты предашь ее и сейчас. Я не предавал ее. А куда делось мое признание? Твоя мать порвала его. Она не хотела, чтобы тебя отправили в спецколонию. Я не смог ее переубедить. Это было решение твоей матери. Давай, возвращайся домой. Меня там больше не будет. Не обижай мать. Ну, ты как, в предвкушении завтрашнего праздника? Приходи завтра к трем. Спасибо, обязательно. А кто-нибудь еще из наших, кто будет?
Анжелик! Анжелика! Стой! Анжелика! 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 Ну, наконец-то я тебя нашла. Кто кого нашел? Анжелика! Я тебя напугал, но я просто не подумал. Саша, а ты думай обо мне всегда. Я обещаю, что такого больше никогда не повторится. Какой же ты маленький у меня. Я так люблю тебя, я соскучилась по тебе. Ты мой самый главный. Ну чего ты, раздевайся давай. Слушай, мам. Я хотел тебе сказать, помнишь, я тебе говорил про девочку, которая со мной в детдоме была? Я ее нашел. Сейчас. Вот. Это Анжелика, моя невеста. Познакомьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы раздеваетесь? Проходите, все, Саша. Пойдемте. Ну, Санна Андреевна, все в сборе, вас ждут. Прошу на ковер. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Я готова к переаттестации. Можете задавать вопрос. А можно начать с личных? Нельзя. Я здесь для того, чтобы вы могли убедиться в моей профпригодности. Ну что ж, тогда приступим. Алло, Саш? Ну, я сдала. Да я знаю, что ты не сомневался во мне. Да нет, отмечать не надо, не то событие. Скоро буду, давай, да. Thank you.
Аня, я сегодня звание майора получил. Поздравляю. Вот устраиваю вечеринку с друзьями у себя дома. Ты придешь? Я буду тебя ждать. А мы чай пить. Пойдешь с нами? А ты что такая грустная? Что-то случилось? Нет, все хорошо. Давай, рассказывай. Чего? Рассказывай, что случилось. Да ничего не случилось. Точно? Точно. Хлебников получил звание майора. Устраивает вечеринку, в гости позвал. Ну, так ты пойдешь? Да нет, не пойду. Чего мне там делать? Так, ну-ка, вставай, пошли. Куда? Ну, куда-куда, наряжаться. А потом в гости пойдем. Пошли, пошли. Вставай, вставай, вставай. Саш, да нет. Ну ты чего, гости разойдутся. Давай, вставай, пойдем, пойдем. Саш, никуда я не пойду. Ой, господи, остановись, мгновение, ты прекрасный. Господа, стоп, стоп, у меня ко всем есть предложение. Ребята, все, фотографируемся. Иван, надевай свой мундир. Чего? Да, да, надевай. Хватит скромничать, товарищ майор, давай. Мундир со звездами, майор. Привыкай, привыкай. Так, ребята, ближе, девчонки, ближе, поплотнее, ближе. Поплотнее. Тот, подожди, я открою, кто пришел. Сиди, да подожди, я открою. Две секунды, фотографируй. Ладно. Так, улыбнулись. Все, есть, по 50, ребят, давайте, садитесь. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Здравствуй. Очень приятно. Познакомьтесь, это моя будущая жена Аня. Как я рада за Аннушку! Романовна сказала, что с понедельника возвращаешься на работу к нам! Как здорово! Мам, ну я поздравляю, ты боялась. Ага. Ой, как приятно, когда за столом вокруг столько молодых, влюбленных. А я теперь тоже влюбленная. Да что? Да, да, не скажу. Ну, скажи. Не скажу. Но это один парень работает на нашем хлебозаводе водителем. Хочу вам пожелать счастья, здоровья, всего самого-самого доброго. Чтобы у вас все в жизни было... Ой, ну вы еще заплачете. Ну, наша свадьба, радоваться надо. Простите. Ой, что такое... Что это такое горькое, а? Горько, ребят? Горько! Горько! Да давайте! Горько! Горько! Все по-настоящему встаем. Горько! Горько! Целуемся. Вот жених с невестой, давайте. Горько! 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 Thank you.
Подожди. Смотрите, багульник зацвел. А запах-то какой? У тебя от запаха голова не закружится? Нет. Голова у меня только от счастья может закружиться. Когда багульник цветет, желание загадывает, да, Саша? Да, мам. Значит, с новым счастьем нас.